29 апреля 2019 года около 19 часов сотрудниками ОГИБДД на территории Калининского района был замечен питбайк под управлением несовершеннолетнего. Водитель на неоднократные требования об остановке не реагировал, в результате чего началось преследование. В 19:15 на Затверецком бульваре города Твери сотрудникам ГИБДД удалось задержать транспортное средство, а водителем оказался молодой человек в возрасте 16 лет. Со слов несовершеннолетнего, он знает о трагедии с питбайком, унесшей жизни двух подростков. Однако это не остановило его сесть за руль. В отношении несовершеннолетнего был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений. Питбайк помещен на охраняемую стоянку. Напомним, что 27 апреля 2019 года на Сахаровском шоссе в районе деревни Аркатово Калининского района погибли двое подростков. Водитель питбайка – мальчик 15 лет и девочка-пассажир 16 лет. Уважаемые взрослые, контролируйте своих детей. Исключите возможность управления мототехникой. Это опасное развлечение в минувшем месяце уже унесло жизни двух несовершеннолетних.